23 место. Так что не слишком-то хорошо большинство соперника команды сдерживает. Но какое-то время команда и вовсе плелась там в самом-самом хвосте. И вот примерно так после Рождества уже начали они подтягивать эти показатели. И в новом году некоторого прогресса достигли. Карлсон! Дубль! Если, конечно, никто эту шайбу не зацепил по ходу полета. Вот так вот первое же большинство в исполнении Оттавы завершается успешно. Сам же Карлсон от собственных ворот прошел, обыгрался с Альфредсоном. Капитан отправляет шайбу вновь на синюю линию. Карлсон бросает. Да, прямым броском. Тут еще и целая толпа игроков загораживала видимость Вакуну. Тот уже сидел на коленях, а потому не мог отъехать и отклониться, посмотреть, где же там игрок шайбы находится. Он уже практически в неподвижном положении находился, уже широко сев, поэтому...